Я когда только начинала, вернее, не начинала, когда было где-то, наверное, несколько месяцев, несколько месяц-два, я не знаю, вот эти вот первые мои эфиры, которые я начала рассказывать, что со мной происходит. Я тогда еще сказала, что судя по тем людям, которые мне несколько человек на тот момент встретились, которые были уже длительно в этом состоянии, я могла сказать, что перестройка организма, перестройка тела под тебя, под того, как ты сформировался, она идет примерно через 3 года. То есть это не бывает сразу же красивого тела. Ты как бы не тело тебя испытывает, не ты тело испытываешь, а как бы вот вы вот в этом тандеме начинаете искать новые пазлы, насколько вы готовы идти вот в этом мире. Он другой. И ты как будто переходишь в другой мир. А здесь, как ты будешь, находясь в этом теле, соприкасаться вот с этим миром, насколько тебе это будет актуально, насколько тебе это будет комфортно, насколько ты это потянешь. И у тебя происходят разные моменты. То есть я говорила, что там выпадали ногти, слезали волосы, тело было от 32 килограмм, там до 62 килограмм. То есть, представляете, 30 килограмм бегала, да? Это как бы вторая я. И когда ты тоже на определенном этапе находишься, ты хочешь это рассказать, и что ты понимаешь, что ты это делаешь, чтобы человек не заблуждался, чтобы он не уходил туда, что, ой, а как это будет, а как это то будет, а как вот это будет. И на определенных этапах я тоже там читала какие-то комментарии, то есть я понимала, что, и я это рассказывала, что тело, когда у тебя происходит какая-то ситуация, с которой тебе, ну так скажем, простым языком сложно, да, то чтобы человек ее заедает, запивает, чтобы ее вывести, как бы провести через организм, тело начинает моментально напитывать влагу. Вот оно прям моментально напитывает влагу, чтобы ее прогнать, когда есть еще этот эмоциональный уровень, эмоциональные скачки. И когда тело напитывает, ты выглядишь, ну, как будто ты, я не знаю, там, шашлыков с пивом столько наелся, напился, что это вообще какой-то кошмар. И у тебя стоит все время выбор, а ты дальше готов идти вот в такие эксперименты, что ты готов показать это людям, или ты готов в этот момент спрятаться и быть только красивым. И когда ты идешь в состояние, что ты готов в этот момент спрятаться, а выйти только когда ты красивый, это опять через обман. Это опять через восприятие себя на другом плане, не на том, кто ты есть. Не на том, как ты себя воспринимаешь, до чего ты дошел. Именно ты, твоя суть, твоя сущность. А ты воспринимаешь себя из состояния тела. И когда ты себя воспринимаешь из состояния тела, ты опять как будто бы опускаешься. Опускаешься туда, откуда, на ту ступенечку, с которой ты только что начал подниматься. Ребятки, всем привет! Это мой резервный канал. Здесь я выкладываю некоторые видео, но на вопросы я не отвечаю здесь, потому что даже их не читаю. Если вам нравятся мои видео, если вы их смотрите, то, конечно же, присоединяйтесь к моему основному каналу. Все ссылочки будут под этим видео. И, конечно же, на основном канале вы можете зайти в комментарии, задать мне любой вопрос. И тогда я его либо вам напишу, либо озвучу в каком-нибудь из своих видео. Также я приглашаю вас на свой канал в Telegram, где вы можете пообщаться по теме автономии и просветления, работе с сознанием и не только. Со мной и с другими участниками. Нас уже, ребят, больше 10 тысяч. Я вас всех очень жду.